Здравствуйте, программа «О самом главном». Обращаюсь к вам за советом. Меня зовут Татьяна. Примерно год назад я переболела ковидом. Болела тяжело. Лежала в больнице. Мне ставили капельницы, давали кислород. Потом я очень долго выздоравливала. Не было сил ни готовить, ни убираться. Я поэтому стала питаться фастфудом. Из-за этого набрала сильно лишний вес. А несколько месяцев назад я переболела гриппом. И опять все так же продолжилось. Усталость, нет сил. И сбросить этот лишний вес никак не получается. До болезни я была активным человеком. Мы ходили гулять. Сейчас ни на что нет сил. Нет желания двигаться, что-либо делать. Подскажите, пожалуйста, как можно вернуться к прежней здоровой жизни?